Ну вот, наконец-то ехали, наконец-то приехали. Мечтали мы с вами об открытии маяка, и вот он открылся, гипермаркет низких цен, уже даже шарики сдулись. С той стороны метро Аннино, но как оттуда добраться, буду смотреть маршрут, напишу под видео. Все вам там укажу, и точный адрес тоже. Вот видите, уже машины подъезжают потихонечку. Магазин работает с 9 до 21 часа. Заглянем сейчас, что же там внутри. На улице мороз. Москва, Варшавское шоссе, 170 км, с 9 до 21 часа, без перерыва, без выходных. Маяк, гипермаркет низких цен. Скорее смотрим внутрь греться. Магазин, конечно, огромный. Посмотрите, какой широкий, длинный. Намного больше, чем светофор. Кстати, с обратной стороны этого здания находится еще и светофор. Так что, если вдруг вы решите сюда заехать, то рекомендую заглянуть и туда тоже. Возьму лоск. Мне он нравился в светофоре. Здесь по 308,90. Но, в принципе, это все одна сеть. Вот гора кукурузных палочек, чайники, мультиварка «Элемент». Она дороже здесь, чем в светофоре. 2754. 860 ватт, 5 литров, шеф-повар, мультиповар, антипригарное покрытие. Так, чайники, фильтры для воды, посуда, много-много всего разного. Чайников, даже одних чайников сколько, Яромир, электрический, металлический, быстрое закипание, красный-черный. Есть и вот такой Home Element. Весы. Вот точно такие же, как были в светофоре. Здесь они 525. Там, по-моему, 350, что ли, стоили. Так, уже жарковато. Всевозможные кастрюли в наборах. 1524 рубля. Литр 700, 2100 и 2700. Вот такая нержавейка. Они легкие. Крышки стеклянные, есть и эмалированная посуда. Ой, какие гуси всевозможные. 457 рублей трехлитровые кастрюли. И гуси 457 тоже трехлитровые. Вот они тут кастрюли поштучно. 286 рублей. Литр 400. Китай. И 3,6 литра 525. Вот она. Да, вот. Это которая 286, маленькая. Формы для выпечки разъемные. 228 рублей. 26 сантиметров в диаметре. Доски стеклянные, разделочные. 234 рубля. Подсолнухи. 30 на 40, казаны, какие весы, уже побольше, до 180 килограмм, цена деления 100 грамм, 180 килограмм максимальная нагрузка, 503 рубля, на поле, элемент и люмма, квадратные, тоже до 180 килограмм. Вот они какие большие, 9-литровые по 754. И нержавейка 1318. Вот эти уже тяжеленькие. 5,2 литра. Китай, все Китай. Сковороды с антипригарным покрытием и ручка антискользящая. 777 рублей, 24 сантиметра в диаметре. Таллер. Тут с ручкой 24 сантиметра 777, а 28 сантиметров 960. 28 я не вижу, это 24. Горы бумаги, одежда. Так, это что такое? Ивановский трикотаж, туника 425. Какие-то ночнушки. 739.
халат женский велюр. Ну-ка, где же он? Вот велюр на молнии, рукава до локтя и кармашки. Шерстяные носки 126 рублей. Смотрите, какая прелесть. Оленята. 126 рублей. Такие же носки я видела в Черноголовке в обычном магазине. Они, по-моему, 500 или 700 рублей, что ли, стоили. Теперь я знаю, где они продаются изначально. Тут, если поднять голову повыше, оказывается, и от Калитвы есть. Вот, производство России, сотейники и сковородки. Это сотейник 24 сантиметра. Так, вот он, 274 рубля. Без крышки, кстати говоря, да, без крышки. Есть еще... Ой, все, капец. Есть еще кастрюля двухлитровая. Слушайте, пока сюда доедешь, уже вообще без нервов останешься. По пробкам. Так, кастрюля двухлитровая, кружево, съемная ручка, стеклянная крышка. Вот эти уже с крышкой, 451 рубль. Тут же салатники, как и в светофоре, белые, с паутинкой золотой, 63,90. Есть еще и вот такие тарелки глубокие, 57,90. И черная серия тоже. Так, а это что такое? Форма гофрированная. Вот она, кружево 26 сантиметров в диаметре, 106 рублей. С покрытием антипригарным. Давайте посмотрим, что здесь все-таки в холодильнике и морозильнике. Это самое интересное, потому что продукты сейчас важнее, чем все это остальное. Но сковорода Wok какая. 471 рубль. Сделано это в Китае. Да, углеродистая сталь, 32 сантиметра в диаметре. С деревянными ручками притом. Вот, их здесь много. Дальше, сковорода универсальная, тоже Россия. Тут кто-то по дороге оставляет предыдущие сковороды, берет эти. Литая, лучшая цена. Вот, надежная защита от пригорания. Power Lux. 26 сантиметров. Похоже она на ИРН, но один в один. 655 рублей. И посмотрите, что я вижу. Тут тоже серия волна, как и в фикс-прайсе, похожая. Но не выгнутая, как шляпа, а вот такая. С волнистым краем. 222 рубля. 24 на 24. Опаловое стекло. А вот какой подносик. Но аккуратно, вот тут колкое все. Есть и салатнички, бульонницы и тарелки. Глубокие, 142, 102 рубля. Вот такие прямоугольные. Никак не добраться. Вот все тут рвут упаковку, никак не могут добраться. Вот здесь что? Бульонницы. А вот же здесь все изображено, прямоугольные. Вот они, вот они, вот они. Но это все маленькие. Интересно бы вот такую найти, вот эту, как подносик. Лодочки жаропрочные, овальные формы. Посмотрите, какая прелесть. Овальные, 241 рубль, литр 400. Это уже поинтереснее. Жаропрочная форма от Marinex круглая. Я ее уже испытывала. Бразилия. 254,90. 2 литра. Она большая, широкая, удобная. Из стекла здесь тоже бразильская форма от Marinex. Но вот такая прозрачная с ручками. Отличная форма. Большая, прямоугольная. 35 на 20 и 7 сантиметров в высоту. 2,7 литра. Терка, Китай, устойчивая, прорезиненная, 157 рублей, классика. Вот, вот что мне очень понравилось, а это
посуда. Аэрограф называется. Посмотрите, какая классная. Такая какая-то деревенская немножко. Помните, были кружки в светофоре, похожие, цветные? А теперь вот такая прелесть. Так, 88 рублей, 190 миллиметров, 19 сантиметров, проще говоря. Вот, желтая. Но я прочитала недавно, что китайская керамика, желтый цвет, красный нежелательно брать, потому что там могут быть краски токсичными. А сертификат мы с вами не можем посмотреть. И везде, смотрите, желтый цвет. Эти тоже интересные, с коричневым краем. Кружки, цветы, 60 рублей 90 копеек. О, какая красота! Большие тарелки, 135, 54 сантиметра они, 540 миллиметров. Так, голубая с зеленым, голубая с зеленым. Ну вот и разбежались глаза. И, конечно же, есть и коричневые. Вот они. То есть можно собрать комплект. 88 и 135. Они царапаются. Керамика. И что здесь? Ой, как мелко все написано. Произведено в Китае для использования в домашнем обиходе. Да, красиво, оригинально. Какую еще я качественную нашла сковородку с высоким бортиком, диаметр 26 сантиметров, именно что сделано в России, литой алюминий, называется Нева. Вот, для газовой плиты, для стеклокерамики, для электрической плиты, для посудомоечной машины годится. Антипригарное покрытие. И вот посмотрите, какое донышко здесь с номером. Стандарт, добровольная сертификация, антипригарное покрытие на водной основе. Антипригарное покрытие производится без перфтороктановой кислоты. Так, проходят тесты, мы гордимся качеством. Нева, любим готовить. Качественное антипригарное покрытие, чтобы готовить без масла. Литой алюминиевый корпус, итальянская дизайнерская ручка из бакелита. И гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Вот такая ручка. И стоит сковородка 834 рубля, 26 сантиметров в диаметре. И нет, к сожалению, у нее крышки. Есть и подешевле. Вот такая Гардарика Лада. Ручное литье с антипригарным покрытием 26 сантиметров в диаметре. Тоже Россия, но видите, она уже пониже. Так, Гардарика. Здесь есть даже марка на донышке. Вот она, схема изделия для газовой плиты, электрической, стеклокерамики и посудомоечная машина. Белгородская область, город Белгород. Изготовлена из литого алюминия согласно ГОСТ и имеет антипригарное покрытие, соответствующее нормам и правилам, установленным для материалов, имеющих контакт с пищевыми продуктами. В общем, все так хитро пишут, а там никто не знает, как на самом деле. По большому-то счету 655 рублей, 26 сантиметров в диаметре. Но она не такая высокая, где-то высота у нее около 6 сантиметров. Кроме того, смотрите, какой комплект можно составить. Еще и кружки 460 миллилитров, 64 рубля 90 копеек. Стоит тоже Китай. Вот, ну, практически похожи. Немножко, конечно, отличаются, но приятный очень материал. Давайте посмотрим, из чего они сделаны. Подходит для использования в посудомоечной машине и СВЧ. Материал фарфор, назначение бытовое. Есть с голубыми внутренностями. Ой, что-то там такое, не прокрас. С красными, желтыми. И что тут еще, заглянем. Иногда, конечно, нравится самообслуживание тем, что вы можете сами заглянуть, все увидеть, пощупать, посмотреть, вот как все упаковано, что за коробки, и убедиться в качестве или наоборот в некачественности изделия. Смотрите, какие салатники, восточная серия, 670 миллилитров, белоснежный, что это, фарфор или нет, ГОСТ даже указан, материал фарфор, да, но качество такое не очень, все такое под гжель. 69,90. Есть вариант посветлее, а есть понасыщеннее.
с каемочкой. Вон их как там много. В коробке 60 штук. Вот он, изготовитель, импортер и продавец. Влажные салфетки, трусики, подгузники. Все здесь есть. Вот она и туалетная бумага. Салфетка универсальная. Спасибо за заботу о природе. 45 рублей 90 копеек. 180 штук, двухслойные. Салфетки бумажные, тряпки влажные. Так, а это какие-то салфетки для уборки универсальные. 125 листов на 2, 22 на 23, перфорированные в рулоне. Стоит 259 рублей. Люкс. Я попала в западню. Вот этот ряд до конца, если пройти, там нет прохода. А здесь тоже все до конца. Вот так. Ну-ка, сейчас, может быть, выберусь. Потому что мне нужно во второй ряд. Вот салфетки какие красивые. Бумажные плюши. Так, 22,90. И тут сколько же штук? 20 листов. 33 на 33. Нарциссы. И не помню, как этот цветок называется. Очень нежный, красивый. И новогодний тут еще есть. 36,90. 36,90. Вот такие. Конечно, есть и эконом-вариант. В больших пачках. Скорее хочу посмотреть, что здесь за продукты. От Папия большие упаковки. 12 рулонов по 167. Но они, смотрите, они становятся все хуже и хуже по качеству. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что мое видео было вам полезно, а также интересно. А если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Марина, канал Тип-Топ ТВ, прямо из маяка. Хотела сказать светофора, потому что, в принципе, ассортимент очень-очень похож.